Dimash Samaltao. У меня мурашки. В общем, я джазовый музыкант. Я слышу в этом всем что-то такое авангардное. Что-то наподобие Генри Треджела. Я слышу. Столько всего невероятного, что исходит из этой музыки. У меня такое ощущение, что я попал в самую гущу джунглей. Будто я сейчас обернусь, посмотрю вокруг и увижу диких зверей. Удивительное музицирование. И вы знаете, все, что сейчас здесь происходит, это не для шоу. Это не для зрелища. Без обид, Бейонсе. Вообще не знаю, почему я вспомнил о ней. Она, конечно, величайшая артистка. Поймите меня правильно. Вот это... это не показушность. Здесь не пускают пыль в глаза. Когда вы видите его в таком состоянии духа. Это то место, куда он сейчас переносится. И все, что мы сейчас услышим, доносится из этого места. Блин.
басқан өрісінен айнан күз бүрі Әкке шешім бар еді Шасып келген кәр еді Басынау әнді салдырған Оңыл тұныңе сар еді Браво, Димаш! Браво, 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 Димаш! Браво, Димаш! Браво, Димаш! Димаш! Или как правильно? Я... Вот подстава. Я так счастлив, что встретил этого парня. Спасибо всем за наводку. Я не могу дать свою оценку, потому что это совсем другая песня, от которой в жилах застывает кровь. И неважно, по какой причине... Вот такая эта песня. И все, что у меня есть в мыслях, это эти парни, музыканты мирового класса. И они делают это не из-за денег. Они здесь не для шоу. Они здесь не из-за девок. Они здесь, потому что они любят музыку. Просто любят музыку. И не обязательно понимать вот этот язык. Я ни слова не понял, что он сказал. Зато я мог услышать звуки, образы, текстуры, атмосферу этого всего. Если вы просто прислушаетесь к музыке, то вы сможете понять, как такие люди, как я, слушают музыку. Может быть, я и ошибаюсь, но я редко слушаю слова песен. Я, конечно, понимаю, что слова усиливают и расширяют значение музыки, но для меня это всегда чистый лист. Я сам интерпретирую музыку, чувствую ее так, как я хочу, особенно когда это инструментал. Это точно инструментальная песня, потому что его голос — это даже больше, чем инструмент. Так что мне не нужно особо понимать слова. Конечно, я могу представить себе, если я услышу слова и придам им образы. Я даже не смотрел, были ли здесь субтитры. В общем, я люблю этого парнишку. Люблю эту музыку. И ребята позади него. Молодцы. Спасибо вам большое за то, что были со мной.